Приветствую вас на моем канале разбора анонсов телепередач, который имеет название Телеклуб Оксаны Гетьман. И сейчас я вам расскажу, что найдет в следующей серии проекта От пацанки к понянке на телеканале Новый канал. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. А в следующей серии у нас будет прощание с прошлым. Девочки буквально будут закапывать свое прошлое, будут могилы, куда они будут отправлять свои воспоминания, вещи, которые им напоминают это прошлое. Будут ставить кресты над этими могилами и плакать, прощаться с прошлым. Также будет работать с психологом, вот он. Они будут сидеть в таком вот круге или полукруге и рассказывать свои истории. Душащипательная история будет у Бакули, а также Парыгина поделится тем, как ее душили в детстве подушками. Дальше будет встреча с будущим, но не с радужным. Девушки встретятся с гипотетическими самими собой из будущего. Профессиональных актеров загримируют под этих же девочек, под пацанок, но в старости. Кстати, для того, чтобы загримировать человека под старого, нужно прорисовать морщины, ну, навести их черным, уже существующие морщины немножко прорисовать. Такая вот немножко хитрость. Так вот, девочки встретятся со своими двойниками из будущего, и это подтолкнет их изменить свое будущее. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. За кого вы болеете? Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!